По дорожно-транспортному происшествию, имевшего место на улице Чокина, где погибло 3 человека, полиции были возбуждены уголовные дела. В отношении водителя данной автомашины было возбуждено 2 уголовных дела по статье 296 и 297, а также в отношении хозяина, владельца данной автомашины было возбуждено уголовное дело по статье 298. В настоящее время по ходатайству полиции водитель автомашины взят под стражу, а также санкционирован арест и владельца данной автомашины. Все следственные мероприятия продолжаются.